Я слушаю. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Комарицкий Дмитрий. Скажите, пожалуйста, с таким человеком, как Глушковой Лидией Викторовной, могу ли я побеседовать? А зачем она вам нужна? И, дело в том, что мне нужна Лидия Викторовна. Это ее сотовый номер телефона. Зачем она вам нужна? Скажите, пожалуйста, кем вам приходится Лидия Викторовна? Да кто вы такой, что такие вопросы задаете? Я сотрудник банка. И что теперь? Я вам должен всю подноготную рассказывать? Кого я там трахаю и по каким числам или что? Не пойму. Ну, это я вас не спрашиваю. Я спрашиваю, кем вам приходится Лидия Викторовна. Слушайте, ну я вам уже ответил на этот вопрос. Завуалированно. Вы не ответили на этот вопрос. Я вам завуалированно ответил. Или вы не поняли? Нет, я не понял. Повторите, ну, пожалуйста. Ну, я ее, короче, подруга моя. Ваша подруга. Хорошо. Можете ее пригласить к телефону? А зачем? Для нее имеется очень важная информация. Так ей звони, что ты мне звонишь? Так это ее сотовый номер телефона. Да хуй ты угадал, дружище, это мой номер. Выражайтесь, пожалуйста, корректней. Да, член ты угадал, дружище. Ну, это уже более-менее что-то норм, лучше. Да? А что у тебя голосок такой пидорский? Ты что, в очко долбишься, а? Нет. Пидора ответ. Как я тебя тонко подъебал, Лидию Викторовну, да? У вас не получилось. Не получилось? Сука, нет. Я что-то сдаю я сегодня. Какая Лидия Викторовна, дружище? Ты что-то... Обычная. Лидия, человек. Я предполагаю, что это человек. Баба-человек? Ух, ты как мало ты знаешь о жизни. Юный еще совсем, глупый. А вы много знаете? Ой, много. Ой. Например, я знаю, насколько хорошо сосет твоя мамаша-шлюха. А? Как тебе такой вброс? И что вы хотите этим сказать? Я что этим вы невоспитанный сказать, человек? Что я... Нет, я хочу этим сказать, что я чисто случайно, по случайному такому стечению обстоятельств, пялил твою мамашу. Здравствуй, сынок. Это папка. Так, подождите, давайте свои вот эти фантазии вы будете рассказывать, я не знаю, вы можете позвонить в секс по телефону, и там можете это все рассказывать. Ты не сам звонишь в секс по телефону. Банка, так ну, поэтому, пожалуйста, скажите, кем вам Лидия Викторовна приходится? Я ей ебу, я тебе уже говорил, как, собственно, и твою мамашу. Ты тупой, ты слова не запоминаешь или что, я не пойму. Корректно выражайтесь, пожалуйста. Вы не с своим знакомым разговариваете. Как? Мы с тобой познакомились, ты сказал, как тебя зовут, все, теперь мы друзья. Ну вы же не сказали, как вас зовут. А, это секрет. И какой же это секрет? Большой-большой секрет для маленькой такой компании. Понимаешь? Нет?